системе AirLink 2 предусмотрено множество вариантов подключения к ней различных устройств. При доставке автомобиля специалисты Renault помогут вам активировать службы. Активация бесплатная и необязательная. Когда автомобиль неподвижен, нажмите кнопку «Подключение» в главном меню. Если кнопка обесцвечена, это может означать, что подключение к системе недоступно. При нажатии «Отмена» кнопка подключения останется на экране для подключения в будущем. Для продолжения активации нажмите кнопку «Далее». На шаге 1 необходимо разрешить обмен данными. Дополнительные сведения можно получить, нажав кнопку «Справка». На шаге 2 введите свой адрес электронной почты, на который будут присланы юридическая информация и правила использования. В меню «Сведения» можно ознакомиться с общими условиями продажи услуг AirLink. Кнопка «Да» появится только после принятия общих условий продажи. И после указания действительного адреса электронной почты. Запрос на активацию будет подтвержден в течение 72 часов. А пока можно использовать приложения, не требующие подключения этих служб. Возможно возникновение ряда сообщений об ошибках. Активация может быть невозможна по причине потери соединения во время активации. Повторите активацию позже. Если автомобиль не предназначен для использования таких служб, для получения дополнительных сведений свяжитесь с отделом обслуживания клиентов или перейдите на сайт Renault.